Привет, друзья, подписчики мои, у нас будет сегодня челлендж для Шторм Спригана. Смотрите, у новенького World Спригана драйвер абсолютно аналогичный тому, что мы уже видели у Шторм Спригана. Поэтому я вытаскиваю драйвер от Шторма и вставляю сюда усиленный драйвер. Проверим, как этот малыш справится с волчками. Но, все-таки это, ну, как бы первый сезон, не совсем было бы честно сражать его с третьим, четвертым, пятым. Поэтому сегодня у меня есть коробка, разных, рандомных. И давайте сразим в первом ролике, в первом видео, в первом батле, мы сразим двух вот этих вот волчков. Два Шторм Спригана, причем этот оригинальный 100%, а этот я не помню, откуда у меня. Подарили подписчики, наверное, на турнире. Класс! Отлично, первый бой, первый раунд. Подписка на канал, ставьте лайки, друзья мои, чтобы было больше роликов. В этом ролике у меня челлендж 90 роликов. На этом канале 90 ролики на канале про игрушки и 30 роликов на канале про конструктор. Друзья мои, ссылки в описании к этому ролику. Погнали! Спокойно. Да, слишком уж Шприган обрадовался новому драйверу. Давай еще раз. Два малыша красненьких. Шторм Сприган на улучшенном драйвере вращается поактивнее. Я не помню, откуда у меня этот Шприган, если честно. Шприган. Почему Шприган? Потому что Шторм Сприган получается Шприган. Шприган! Реквием! Оу, взрывной финиш, друзья мои. Но это был только первый батл. Давайте возьмем следующего соперника. Следующий соперник у нас будет, знаете кто? Кербеус. Вот он, Кербеус, на драйвере от Фафнира из рандом бустера. Поехали. Загонял Шторм. Пока все спокойно, пока никто ничего никого. Пока мы здесь все нормально собрались, смотрим этот прекрасный эпический видеоролик. Штормиус Приганус! Бейблейду! Итак, слушай, ну, взорвать не получилось у Штормика, Кербеусика. Но мы играем дальше. Следующий раунд у нас Гига Янон. Погнали. Берсту. Бейблейд! Шторм Сприган в стандартной манере занимает центр ринга. Никто, никуда, ничего, никого. Моя новая фишка, фраза и так далее. И, слушай, ну, короче, я уже могу сейчас сделать вывод, то, что драйвер не особо усиляет Спригана. То есть, да, наверное, в хороших условиях, в параллельной вселенной, наверное, да. Но не сейчас. И не сегодня, и не здесь, и никогда. Вот. Пока что. Вот, ну не знаю, посмотрим, может быть сейчас что-нибудь, кто-нибудь и что-нибудь сделает, то есть, да, спокойно. Крайс это Анна на драйвере от Blasted Genius, занимает центр ринга, Сприган вокруг него и сейчас будет нападать. Поверьте мне, он будет нападать, он уже нападает. И Керсатан проигрывает бой. И Сприган здесь показал себя очень хорошо. Давайте сразим для ради интереса против Спригана Реквиема на... в левую сторону, на какой-то сомнительный... А, нет, подожди, спокойно, в правую сторону. На какой-то сомнительной сборке. Шторм Сприган занимает центр ринга. Сприган Реквием вращается вокруг него очень быстро, тактично, активно. И сейчас он будет его топить. Топить его будет в слезах. Потому что Шторм Сприган вряд ли выиграет у Спригана Реквиема, потому что разница между ними один. Волчок. Кстати, всего лишь один волчок, между прочим, разница у них. Вот, поэтому, в принципе, может выиграть. О, нет! Даже усиленный драйвер не спас Шторма от... поражение. Причем, что Сприган Реквием тоже, кстати, немножко подразобрался. Подраскрутился, так сказать. Давай дальше. Бастет Экскалибур. Проверим атаку. Друзья, короче, вы видите, да, что даже на усиленном мега-крутом драйвере, на новеньком из нового сезона, видите, Шторм Сприган не может побеждать. У него есть нюансы. Кого-то он выигрывает, но в основном это, конечно, либо бёрсту, либо поражение. Ну... проиграть к Скалибуру, ну это не знаю, кем надо быть просто. Наверное, каким-нибудь троеком. Да, к Скалибуру одолевает на очень хорошей ноте. И, друзья мои, финальный раунд у нас немножко позорный будет для Спригана, потому что он будет сражаться, знаете, с кем? С Вальтриком. Ха-ха-ха. Итак, Бейблейдер Бебекс! Друзья мои, дружочки, вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про динь-динь-дон колокольчик. С вами был Чучню Гамош. Огромное всем спасибо, что вы сегодня пришли все ко мне на канал и посмотрели этот прекрасный видеоролик. Всего доброго, всего хорошего, лайкосики, подписочки, и, пожалуйста, поставьте мне кто-нибудь куда-нибудь. Все. И...
Всем удачи, всем пока-пока.